Китайско-эмиратские отношения сохраняют устойчивую динамику развития и подают пример межгосударственных связей в новую эпоху. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. В этом году страны отмечают 40-летний юбилей дипломатических отношений. Китайский лидер назвал его важной вехой в развитии двусторонних связей и призвал продолжать совместное движение вперед. В свою очередь, президент Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что Абу-Даби придает большое значение развитию партнерства с Пекином. В присутствии лидеров делегаций двух стран подписали соглашение о сотрудничестве.